Приветствую вас, уважаемые гости моего канала. Приехал ко мне заказанный несколько дней назад фонарик. Хочу представить вам небольшой обзор. Собственно, вместе с фонариком в пакет была вложена визитка интернет-магазина «Кладовая». Всегда найдется что-то полезное в кладовой. Кому интересно, ссылку на магазин я дам в описании под видео. Может быть, найдете что-то там и для себя что-нибудь интересное. Собственно, сам фонарик производства американской, якобы американской фирмы EDC ITW Gear. Поставляется в такой картонной коробочке, без каких-либо опознавательных знаков на борту. Вот. Ну, положа руку на сердце, достался он мне за 65 гривен. Это по нынешнему курсу примерно 5 долларов. Сильно сомневаюсь, что произведен он был за такую цену именно в Соединенных Штатах Америки. Скорее всего, поставки идут прямо из Гонконга, из головного офиса. Ну, это там рядом с Америкой. Ну, не суть. Сам фонарик поставляется в картонной коробочке без каких-либо опознавательных знаков на борту. Вот. В комплекте идет фонарик и темлячок вешать на ключи. Ну, типа брелочка. Легенький, обыкновенненький фонарик. Даже светит. Присутствуют два режима, включен и выключен. Батарейка в комплекте. Собственно, на самом фонарике тоже нет никаких опознавательных знаков, кроме надписи Walker Diary. Ну, не суть. Фонарик как фонарик. Брался для бытовых потребностей. Присветить, когда темно в подъезде. Ключи, когда темно на улице, там, в лужи, чтобы не вступить. Вот. Пока он ко мне ехал, заинтересовала меня такая деталька. В теме о продаже этого фонарика была такая фотография, в которой этот фонарик находился в стаканчике с водой. Кстати, он забыл сказать, анонсируется именно как пыли, влага, ударозащитный. Вот. И стоял он в стаканчике с водой, еще и при этом светил, и якобы ничего с ним при этом не произошло. Сильно сомневаюсь, что фонарик за 5 долларов может выдержать такое. Ну да, неважно. Дело в том, что сейчас мы этого постараемся проверить. Здесь у нас есть обычный советский 200-граммовый стаканчик с водой. Здесь у нас есть этот фонарик. Вот. Сейчас мы его включим и опустим в эту воду. Сильно чего-то там сверхъестественного ждать от этого фонаря, я думаю, вообще не стоит. Скорее всего, он вообще светить перестанет через некоторое время. Ну, мне просто интересно. Ежели этот фонарик простоит в водичке и будет светить хотя бы одну минуту, значит, несомненно, он стоит своих 5 долларов. Ежели не простоит и потухнет, то бишь сломается, придется его выбросить, ну что ж, значит, я его на ваших глазах утоплю 5 долларов. В принципе, деньги небольшие, как бы. Думаю, потеря будет невелика. Ну что ж, приступим. Фонарик светит. Часы будут идти. Ложим фонарик в воду и запускаем часы. И следим за временем. Мне уже стало интересно. Фонарик все еще светит. Прошло 10 секунд. Вот. Немножко поболтыхаем, для того, чтобы и кнопочка скрылась под воду. Фонарик все еще светит. Мне уже становится интересно. Неужели выдержит? Ну, если выдержит хотя бы минуту, значит, можно смело говорить, что он влагозащитный. 40 секунд. Держится. Пятьдесят секунд.
держится. Ну что ж, фонарик выдержал минуту в воде, не потух, все еще светит, как и светил. То есть можно смело говорить, что этот фонарик влагозащитный. Засим, спасибо всем за внимание. И всем пока.